На улице 11 градусов тепла. Утро. Проснулись, ночевали. Да? Где? Солнце еще не встало. Птицы поют. Комары жужжат. Как и должно быть. И моторка. Не то спустилась, не то поднимается. Она спускается, какая-то моторка. Вон там. Слышно. Да. Сегодня последний день охоты. И не стреляют, между прочим. Выстрела я и не слышал, пока они шли на лодке. Обычно бывают выстрелы, слышишь, но тишина. Солнце еще не встало. Немножко облачно становится. Но сегодня где-то 3 часа дня, наверное, обещали дожди. Может быть, действительно дожди начнутся. Дня 3 таких дождливые дни будут. Птицы не умолкали, всю ночь они пели. Я не знаю, как переночевал тулан. На улице, как сказать, в избе было тепло. Я спал, отдыхал. Я затопил печку и еще подкидывал дровишко один раз. Потом я уснул. Не знаю, что происходило. Я спал. Вот. Ну, сейчас займусь своими делами. Будем что-то делать. Да, Тулан? Сегодня будем обратно возвращаться домой. Что успеем, сделаем и домой поедем. А сейчас я буду пить чай. У меня чай теплый еще на печке. Да, не надо кипятить. Тебе надо накормить бездельника. Да? Туланчик. Да, не оставим тебя без еды. Смотрите, лягушка не боится. Эй. Вон он. Не нужен он тебе. Вон он. Деревья шумят сегодня. Тула. Ветер поднимается. Ветер поднимается, может, дожди уже начнутся скоро. Не боится. Иди домой. Я ушел.
Ну что, ребят, как вы поняли, я уже лезу на чердак. Лезу для того, чтобы разобрать печку. Пыльная работа предстоит, но надо сделать. Вот. Ну, чердак, как и на первой избе, то же самое. Как все это выглядит. Так, ладно. Буду разбираться. Сперва трубу разберу. И остальную печку. Где-то часа три, наверное, придется мне возиться с этим. Не меньше. Ровно половина печи уже разобрана. Это получается у меня уже третий раз. Заключительный, наверное, будет, наверное, с этим возней, как сказать, кирпичами. Потому что... Так, подожди. Это или четвертый уже ремонт. Три раза. Один раз поставил печку, потом... Один раз я подправлял, потом разбирал полностью. Потом опять мы ремонтировали с Никитой, приходили за один день. Вот где-то примерно вот до сюда мы разобрали трубу полностью. Потому что как-то печь наклонилась, и труба у меня лопнула. Поэтому мы быстренько разобрали, и за один день мы по-новому сложили все. Возни, мама не горюй. Это понятно, если хороший фундамент, где земля не ходит, а здесь глина шатает все. Так что я нисколечко надеюсь, не буду сожалеть, что разбираю эту печь. Так, это плита понадобится нам еще. Под железную печку куда-нибудь поставлю. И вот сейчас я это разбираю и вижу, что как все это внутри уже происходит. Все искривилось, там отверстия узкие стали. Вот поэтому тяга плохая. Вот. А вчера, как ни странно, не дымило ничего. Я не почувствовал запах дыма. Нигде не ремонтировал, ночевал нормально. Ладно, дальше работаю. Короче, дела идет потихоньку, не спеша. Спешить не станем. Если вдвоем, троем, то намного быстрее. Но я и один справлюсь. Легко.
Ребят, последний ряд, оказывается, последние два ряда белые кирпичи, огнеупорные. Я и не помню уже, как складывал. Огнеупорные кирпичи ставил. И они продержались. Он в сырости, вообще жесть, как сыро тут. Но с ними ничего не случилось. Так что имейте в виду. Это последний ряд. Финальный такой. Финальный ряд. Скажем. Тут все гниет. Все гниет. Надо поскорее поменять нижние венцы. Потому что от этой гнили может быстро появиться лещень. Очень быстро. Там еще, вот тут еще целый ряд. Думаю, его трогать не стоит. Сюда бы еще речной песок вместо фундамента. Не помешало бы. Тут влага уже от пола. Огнеупорных. Вот. Сейчас тут подровняю, в общем. И оставлю. Надо привезти потом железную печку и по-новому сложить. Ну, несколько рядов. Ряда три, наверное, придется сложить. Просто вот так. И уже туда поставить буржуйку. Там уже будем прицеливаться, куда пойдет труба. Мыл руки и ах, убежал, блин, чуть не успел. Вот, короче, маленький паук, у него в клешнях были эти, был этот, муха. Пока сходил за камерой, ну, улетел. А он сам, охотник, спрятался. Ну что, ребят, разборку закончил. Облил вот эту справа, которая кирпичи, я облил водой. Сейчас буду соскабливать глину. Переложил отсюда, переложил туда. Думал, здесь я буду работать, вся в глине будет это место, где я хожу. Смотрите, как ветер поднимается. Ну, видать, тучи. Тучи, наверное, придут. Вот. Сейчас я пообедаю и займусь вот всей этой ерундой, буду соскабливать старую глину. И под печку, думаю, я, наверное, один слой вот этих алюминий постелю. Это не сгниет там, и через него, наверное, влага не пройдет. Вот. Также сразу хочу сказать, что за алюминиевые листы. Вот смотрите, с рисунками вон, человек там, газета там, всяко разные надписи. Откуда это алюминиевые листы? У меня также спрашивали уже, в принципе. Это продают, где вот фитнес-центр «Скала». За скалой, ну, справа там, другой, как сказать, чуть дальше отъедешь, и там развилка будет. Там заезжаешь, там типография. Вот. Зайдете и спросите вот на крышу, скажем, это можно вместо кровли на крышу. И это расходный материал у них. Они
за копейку продают. Я купил оттуда 100 штук. Здесь примерно вот в этом стоп, в этот, как его. Но здесь, короче, примерно 20 штук. Всяко разные рисунки, там газеты там печатают. А эта фигня уже, ну, видать, разовая. Они газету напечатали, и уже это все можно выкинуть. Они продают. Не так дорого, я вам скажу. Считай, примерно лист метр... Ой, бля, обманываю. 60 на 70, наверное, если не ошибаюсь, размер. И прикиньте, андулин сейчас 600 или 700 рублей стоит, метр на два. А вот это... Целую крышу можно за 2000. Вот это, эту крышу. 4 на... Так, подожди, у меня с предбанником примерно 6 на 4. Вот это. Эту площадь можно покрыть за 2 с лишним тысячи рублей. При желании. Я это немножко привез. Ну, блин, хотел вот здесь... Вот эти верхние доски надо убрать и туда ряд постелить. Да, и рубероид, смотрите, уже весь в мху. Но пока нигде не течет, трогать, в принципе, не буду. Вот, сейчас я буду менять трубу в следующем походе. Блин, надо, конечно, побыстрее все это дело сделать. Пока комаров нету и... Да и... Потом огород, картошка... Не разгонишься, не погуляешь потом. Вот. Может, туда еще понадобятся вот эти листы. Так что я показал, рассказал, где это продают. Лично я купил вот там, возле скалы, там типография. Найдете, спросите, где вот типография. Там зайдете к охраннику и на второй этаж вас отправят. Там офис. И там, короче, продают все это дело. Вот. Бездельник не помогает. Видите как? Выспался он. Ну что еще? Здесь вот думаю закрыть или нет. Блин, если крутой с ветром или один лист туда я прибью, быстрее у меня получится, чем эти доски. Я вон тут один лист. Прибью на скорую руку и с ветром дождь может там попасть, если сильный град или ветер, дождь будет, все сыро, потолок сырой будет. Вот. Ну что, блин, надо пообедать, честно слово, я с вчерашнего вечера ничего не ел еще. Ну, чай пол чайника, наверное, я выпил, может и больше. А, как ни крути, надо поесть. Время 10 часов 40 минут. Встал примерно я 4 с лишним, наверное, где-то или 20 минут 5 было, или пол 5. Но после 4 утра я встал. Очень тяжело я сегодня встал. И знаете, вот... как будто я вот спал, но не выспался сегодня. Не так... Но уснул и все. Уснул и спал. Вот. Постельное здесь оставлю, этот одеяло там старенькое. А простыня, наволочку, все я отвезу домой, постираю. И на следующем походе привезу. Вот. Ну, сейчас я подогрею суп. Буду обедать, так скажем. И чем-нибудь дальше займусь. До вечера у нас, в принципе, время есть. Да и дела есть. Самый быстрый способ.
очищать старые кирпичи вот так. Если отдельно, скажем, каждую кирпичку в корыто поставить с водой, вот это все промокнет и очень быстро вычищается. Раньше я этого не знал. И мы, когда дома разбирали печь, всегда чистили кирпичи на, ну, сухом виде. Не промачивали ничего. Прям искры летели, когда чистишь. И как-то я пошел к другу после армии, там мы на охоту с ним ходили, да и вообще дружили со школы. Зашел к ним, а они разбирали печь. И тогда я увидел, как они дома, ну, они не выносили кирпичи на улицу. И чтобы не было пыли, они, там большое корыто, туда складывали, вот, ну, как сказать, ребром вот так. Складывали в воду кирпичи, ну, буквально на 3-5 минут от силы. Да вообще там 5 минут подержал, ты взял кирпич, чистишь, второй сухой кирпич вместо него ложишь. И такая цепочка. Да и здесь я вот, скажем, облил водой. Сами видите, как быстро все у меня получается. Отходит хорошо. Самое главное, мне вот эту кучу, вторую кучу, пока не буду чистить. Он пока мне не нужен. А вот это все для фундамента под печь понадобится первый день. Сразу, когда я буду ставить печку. Он нам понадобится. Ветер усиливается. Сейчас я как закончу с этой работой с кирпичами, я, наверное, потихоньку буду собираться домой. Потому что тут в данный момент пока мне нечего делать, а просто так сидеть я не люблю. Насиделся уже я здесь больше суток. Вчера так особо ничего не делал. Сегодня как-то не в напряг уже работаю. Да и хрен знает, может, к вечером будут дожди. А в дождь ехать тоже не очень приятно. Вот, надо еще к фотоловушку посмотреть, чтобы не забыть. Одним словом, сейчас я дальше буду чистить. Там уже тучи, конечно, черные становятся. Облако с западной стороны идет. С северо-западной. И там тоже тучи, и тут тучи. Кругом. В общем, наверное, действительно, по-быстрому сейчас я эту работу закончу и поедем. Вон, смотрите, какие они. Кругом тучи сгущаются. Прям видно, как. И штормит. Ох, как штормит. Гудит тайга. Да, сегодня вечером точно должна она будет. Без денег вон туда спрятался. Он спит. Он просто спит.
даже не слушает меня. Пофиг ему. Ему все пофиг. Ну вот, какой дождик пошел. Вроде ясное небо, а дождь идет. Туча такая, блин. Мокрый дождь, между прочим. Очень мокрый. Прям пару капель попало и вообще. Бывает холодный дождь, теплый дождь, сырой, мокрый дождь, блин. Разные дожди. Как деньги. Как легкие деньги, халявные деньги, быстрые деньги, тяжелые деньги. Так, у меня тут... А, пила только, да. Топор, ну... Вот этот маленький, маленькая туча. Вот, дожди тоже вот самые, очень разные бывают. Бывает там целый день дождь идет, а вода не прибывает. Бывает за час может воду поднять. Это тоже вот какой-то вот очень прям сырой дождь. Самое главное нам до лодки дойти. Там как лодку сядем, то уже газку. Ну вот видите как. Кратковременно так начинается. Кратковременный дождь начинается. Тут я все убрал. Все, порядок. Вещи еще вот. Рюкзак там у меня. Половина вещей, носки теплые, трико я не одел, вообще жарко. На улице жара и вот 28 сейчас. Вчера 42 было, сегодня чуть-чуть прохладнее. Вот. Ну что, в принципе, тут вроде все показал. Подготовили. Сейчас домой съездим. Надо привезти, если получится, буржуйку, и будем устанавливать. Так что не спешите отписываться, следите за моими видео, все как будет. Тут чердак такой. Вот. Здесь вот тоже вот видно, что от сырости или от чего бревно полностью почти сгнило. Да и... Сам по себе это плохо. Ну, с корой было. Может, от коры так все это пошло. Гниль. Фиг знает, может, где-то выходил жар. И от этого тоже. От чего-то вот видно, что он полугнилой уже. Это елка тут. Помню, мы елку ложили сюда.